Доброе утро, мы собрались в больницу с Григорием. Антошка же вчера заснул, грязный был, поэтому остался дома. С бабулей и с дедулей будет. Да, бабуля? Да, да. Вот это бесплатная медицина начинается с платных бахил, да, Григорий? У нас бахилы стоят 5 рублей. Ну, на двоих 10. Да, на двоих 10. Сафоня, Сафоня, мартышка, очки. Соська. Ну, не трогай, пусть гуляет. Ну, рассказывай, сын, все, мы вышли уже с больницы. Расскажи, Гриша, твои впечатления. Ужасная очередь. Гриша, ужасная очередь. Значит, нам выписали Григорию там антибиотик, Ринонорм и Аквамарис. Вот. Что-то там, может быть, по анализам там сильно непонятно. Вроде бы и аллергическая, но... Может быть, и от того, что просто стекает все с носа. В общем, пока сказали вот пить вот это вот все. Поэтому сейчас мы этот заедем в аптеку, как всегда, после больницы. Вот сдадим сейчас, заедем еще в садик, сдадим деньги. 3000 на ремонт, потому что Антоха же не пошел, потому что он вчера же заснул. Рано. И поэтому он это грязный, да. И мы не стали уже его везти. Че, уже 2 дня осталось, поэтому он дома. Сейчас с бабушкой и с дедушкой там. Вот, а мы сейчас это. Вот сейчас вот 9 часов. Мы пришли в 7:30. Мы были третьи, то есть 2 человека. С 8 начался прием. 3 человека за час получается. Ну, как бы это вообще очень долго. Но нас, кстати, не очень долго. Там причем были 2 женщины, которые просто написать им там что-то надо было. Их намного дольше принимали, то есть, чем нам, нас. Поэтому сейчас мы зайдем в аптеку и в садик поедем. Гриша в садик идет, да? Соскучился? Да. Ну да, не говори. Гришка на качели. Не надо, пошли. Ты на рукоходах залезь пару раз и поедем, хорошо? А то у нас там времени-то мало. Зай, надо еще обед нам приготовить с тобой. Гришка лезет на рукоходах. Ты соскучился за рукоходами? Да, это моя... Афанасий с кошельком. Все, Гришин, поехали за бадминтоном. Надо большой еще. Ну давай. А спускаться вот так. Угу. Вот только ты должна мне немножко помочь. Ну уж нет. А? Зачем? Что тебе надо? Ну давай. Зай, только аккуратно, ладно? Ну что, поедемте? Слазь. Молодой человек. Все, поехали? Ага. Можно было под... Раз, просто так приедем. Куда? Тут уже же ремонт в садике. А? Косят травку, да? Так, мы сейчас будем завтракать. Антоха и я будут у нас хлопья с молоком, да, Антош? У Гриши супчик. А у тебя? А у меня тоже хлопья с молоком. Всем пока. И ночь. Всем привет, Антош. Доброе утро. И ночь. И ночь. Все, у Гриши суп, все кушают, да? Да, просто. Угу. Так, ну что, сейчас я пойду заложу стираться. Вот, что еще хотела сказать, что сейчас к нам уже приедет мастер, выехал он с Динской,
по компьютерам, потому что, знаете ли, для блогера вот это вот, вот выключение компьютера — это просто ужас. Скажи. Ага, мама выставляет видео, он выключается. Да ты как отсидишься? Что, я покусал. Сейчас мастер приедет. Дядя. Мы уберем чего нужно. Она со станичек. Разволачивать. И сюда. Вы видите. Папину лодку. Нас. А вот он. И вот, и там мы живем. И та же мама. Да мне так красиво. Мы тазе живем. Говорю, бараньи. Яйцами, бараньи. Косточки с мясом. Приехал к нам мастер, сейчас мы почистили компьютер, у нас там действительно была куча пыли, то есть мы за 2,5 года его еще ни разу не открывали, не чистили, и чистили мы, кстати, его не пылесосом, а компрессором. Вот если пылесос, он не так, потому что там пыль прилипает, потому что как бы все же там греется, и она как бы припаивается, вот, и недостаточно чистится, а компрессором мы вынесли компьютер на улицу. Там отлетело столько кусков пыли, там как-то там мастер проверял на компьютер, на температуру было 90 с чем-то даже процентов нагрев, то есть это очень опасно, то есть когда 90 градусов, то он выключается, да, когда нагревается до 90, вот он до 87, при том, что компьютер не был загружен, вот, и... А сейчас 59, 67, там, то есть, он его нагружает, смотрит, как он работает. И сейчас он его почистит, Windows переустанавливать не будет, потому что там у нас некоторые программки нам нужны. Вот Pinnacle Studio, да, я, честно, не хочу заново. То есть я спросила, он сказал, что если я почищу на вирусы, поудаляю все хвосты, там... то будет примерно то же самое, если тем более Windows не тупит, не соскочил, не просто так там не включается. То есть с Windows-то все нормально. Вот я сейчас варю суп. Тут, правда, эта вытяжка шумит, вы уж простите. В общем, как всегда, картошка, морковка, лук и чеснок. И не знаю, с чем, с лапшой, может быть, сейчас сварю. Я уже порезала кабачки, засыпала солью. И мы все кушаем, да? Сейчас покончу. Душа, у нас супчик, лапша с барашком. И яичко. И компот мы уже открыли из майки, потому что не варили ни вчера, ни позавчера. И доедаем мяско барашка. Очень, кстати, вкусное, вареное. И овощи. Мясо барашка. Мясо барашка. Мясо. Я тут планшет у меня, кабачки сейчас буду жарить, вот, и что хотела рассказать, что когда мы привезли деньги в садик, так было интересно, отдаем их воспитательнице, мы зашли в старшую группу, и воспитательница там Ирина Васильевна, очень хороший воспитатель, она еще у Степы моего была, то есть, ну, как бы у нее стаж хороший, она всегда... конечно, переживает за всех. Вот, и она такая говорит, что, может быть, вы сдадите только 1500, на 1500 придете поработаете. Но, знаете, я тут подумала, что моего мужа сейчас как раз сезон работы, она говорит, дедушка с бабушкой. Но дедушка с бабушкой у нас так безработные, если им никто не... за них, то есть никто не поработает. Это не так, что они в 5 часов вечера все ушли с работы, с 8 до 5 поработали и завтра там пришли за зарплатой. То есть если они не будут дома работать, то зарплату им тоже никто не принесет. Поэтому а у Сижуни как раз сезон работы в колхозе, и там действительно и без выходных, и без проходных. То есть это агрофирма, и здесь
Там не бывает выходных по субботам и по воскресеньям, потому что, знаете ли, растения, там сад ждать не будет. Вот, и она... Ну, меня-то понятно, что, типа, залейте стяжку в беседке, всего лишь там буквально сантиметр или полтора будет стяжка, но я знаю, что такие стяжки по нашему, ну, по дому, да, у нас, когда мы строимся, строились, да-да, вот он, когда мы строились, что такие стяжки тонкие нельзя делать, иначе они все равно потрескаются, и я уверена, что эта стяжка тоже потрескается, потому что влага испаряется, вот. Трещины, что скажешь, что что-то не так, все не так. То есть, по-хорошему, нужно в беседке всю вот эту толстую стяжку разбомбить и заново залить хорошую сантиметров там 8 стяжку. Ну, поправьте меня, мужчины, если это не так. Но, по-моему, это так. Вот, и поэтому... То есть, я муху убью? Не убила. И поэтому нам легче сдать деньги. В этом плане, потому что, ну, и работать тоже у нас некому прям приходить, чтобы там прям работать. Вот. Ну все, буду начинать жарить оладьи. Ой, оладьи, просто кабачки. Так, приготовила я соус, майонез, чесночок на чесноках и укропчик. Раньше мы делали, значит, жарили кабачки, сверху смазывали майонезом, потом чесночком присыпали мелко рубленым и укропчиком. Совершенствую сейчас этим соусом, просто буду мазать вот эти вот жареные кабачки. Вот это сейчас буду уже снимать. А вот это парень мой идет, не хочет он там с братвой гулять, не хотел, увидел мам, надо сюда, и доволен, вырвался. Не хочет там что-то гулять? Да, не хочет. Ну здесь, значит, сядьте погуляйте с ним. Ну не трогай, пусть он тут ходит, ты сядь и гуляй, он к тебе сейчас придет, Гриш. Он сейчас... Нет, телек нельзя. Просто игрушечки возьмите и погуляйте. Хочешь, Антош? Ой. Кабачки жарятся, а я тут одновременно делаю такое а-ля тесто для сырничков. Гляньте, какой желтенький, потому что домашние яички, вот здесь творожок. Он у меня был замороженный, честно, не знаю, можно ли замораживать творог. Потому что так он еще, ну вот я его достала, наверное, недели две или три назад я его замораживала. Я не помню, говорила ли я об этом во влоге. В общем, замороженный, я его достала. Что сюда? Сахар, яйца. Сейчас еще несколько столовых ложечек муки, но совсем немножечко. И буду все это присыплю мукой и доску, и буду делать сырнички и тоже на другой сковородочке поджаривать их. Бабуля уже приехала работать. Мама, как говорит папа, до завтра еще надо дожить. Ага. Здравствуй, Афанасий! Ты хоть спал в обед? Ну скажу, то приехал же, поспал, теперь же гуляю, жду сейчас мама сырнички уже дожарит. Мама тут, так, это наши сырники, кабачки с чесноком, сырники жарятся. Детям кабачки со сметаной и с укропом, и сейчас еще дожариваю сырнички. Ну как со сметаной и с укропом, Гриш?
поздно. Это кактуса. Это я хочу вам показать новый танец. Вилку возьми и удачи тебе. Дань-дань-дань-дань. Краса возьми и ешь его. Ам-ням-ням-ням. А во сколько ж праздник будет это? Завтра, ой, в среду в 5 часов вечера. Да? А я датчик. Ты говоришь? А у меня датчик. Ну как, сырники, Антош? Не на, не вкусные, нет? Мам, а у меня вот датчик. Угу. Высокий датчик, который у меня смотрю. Да, я туда стала скумбрию размораживаться. Сейчас позвонила бабушке Гале Панченко. И это Верина мама. Вера это... моя невестка, не знаю, кто там сказать, в общем, Степана жена. Вот и она сказала рецепт пряного посола скумбрии, попробую сделать. Вот, а вот сырнички дожариваются уже. Вот там еще три штучки. А Фоне нельзя. Вот, сырники готовы, кабачки тоже. Развесила я наконец-то белье. Собаки тут наши гуляют. Тенечки. Да, уже сейчас солнышко вышло. Класс, все зеленое. Григорий тут с Женевкой где-то гуляют. Вот. Тут вы? Возле смородинки? Я ее расширила. Ну и как, ей нравится? Да вот она лежит. Довольная Женевка. Красавица, да? Красавица. Особенно на одной фотографии я фоткалась. Да. Она красавица была, да? Угу. Красотка. Прищупать тебе. Это смородина? Ну, да, смородину уже надо рвать тоже. Уже поспел. Ой. Что? Пятно сделал. Ну а почему? Ты ее сам же так звал? Ну я ее звал. Я хотела ей погладить, а не чтобы она. Да, она ж от радости на тебя. Ты же без майки вышел. На-на-на-на. Женевочка. Гулять, гулять. Едешь как хочет. Она лежит, отдыхает. Угу. Да? Угу. Глянь, как улежалась. Купалась в корыте вчера? Ну да. Мы сама? Же туда ходили. Угу. Вчера. И что, и потом сама выскочила? Ну да, она сама выскакивает, заскакивает. Ну, папуля на ужин приедет, так ты... сходите, может, с ним, чтобы она освежилась, да? Да, потому что самому нельзя, я бы за ней следил хорошо. Ну, папы, спросимся, можно тебе самому или нет, да? Ага. А что? То она... хочет тебя обнять? Ну, давай. Как будто это твоя жена. Ай, щекотная! Она тебя целует, твоя Женевка. Она меня целует. Что-то улыбнулось. И траву там ест. Ну пусть ест. Лечит лекарство. Да. Это ее лекарство. Правильно. Дети. Бабушка Зишка, вы что, помидоры подвязываете, да? Ага. Ты же на второй этаж их? Ничего, сейчас же соус еще осталось мне на сегодня. Ой, приготовить. Вера, 5 часов еще соус остался. Не, ну а завтра же нам как? Я еще-то ж на завтра думаю. Завтра же мы вяжем. Вот так вот помидоры на второй этаж. Ты их подвязываешь, да? И все внизу папа листики обрезает. И все листики внизу, да, тоже обрезает. Такие горенькие стоят. Еще цветут помидорки. Обрывать плохие. А, уже даже от дождя, да? От дождя, там все помидоры. Да, сразу помидоры оборвать, что ждать. А, вон они, ага. Такие сразу от дождя, да? Угу. О, чё их ждать, Саш? А мы ждем помидоры. Ага, будем ждать.
ней в мячик играешь, да? Ну да. Вот она спокойно ходит. Угу. Жарко сейчас, да? Да. Можно я сегодня ночью? Я плохо заснула. Пусть спит, не буду пока ничего готовить. Си, Антошка ж заснул же на кухне. Да, он же ходил вот так. А так, ласки закатывай. Иди, говорю. Дорогой. Заснул, да. А, это. Афоня тоже, так что мы сейчас с Григорием чуть будем. Сейчас с Гришкой будем в тенечке играть в бадминтон, пока спят все. А потом я пойду готовить соус. Давай, любой. Спасибо. Давай, сын. Подавай. Сейчас я вам покажу. Да. Чего тебе? Новая ракеточка? Опа! Сынок, нападай! Ну все, давай будем играть. Сейчас я камеру положу. Я буду сидеть и слушать, когда Афоня с ночи заплатит, я маму позову. Угу. Че? Бабуля, бабушка ручка. Бабуля вяжет бабульки, да, позвонили? А Вована в армию забирают. Завтра проводы, а первого уже надо быть на девятке. Да. Ну, вроде бы так, Вера сказала. Поэтому Вера ж такие новости позвонила, сообщила. Мне прям это сразу аж плакать захотелось. Че плакать? Да, слава богу. А теперь Гришка заснул, а Антошка с Афоней проснулись. Да, Афонечка? Ты плеснулся, сладкий ты наш мальчишка. И мы сейчас идем переодеваться и на улицу. Покорми. Деда зови. Покормили мы папу. Папа наш на 5 минут приехал покушать. Сейчас едет опять на работу. Долго он опять сегодня брызгать. До утра, наверное, сказал. Афонечка, пошли. Пошли, сынок. Пошли, сыночек. Пошли, мой сладкий, пошли. Сынок. Сынок нас сейчас покакал на горшок. И сейчас смотрю, стоит, дуется. Посадила, сначала не хотел сидеть. Но потом, наверное, когда уже лезла, не было выхода, и сел, покакал на горшок. Скажи, я не испортил памперс. Кстати, родня купила нам памперсы. В городе они стоят 32 штуки, 650 рублей. Вот эти наши любимые Libera Sleep and Go. Или как-то так. Нет, это Pampers Sleep and Go, а Libera. В общем, желтенькие трусики. Если что, кому интересно, я потом покажу. Пятерка, значит, 32 штуки, 650 рублей. А у нас это получается примерно по 20 рублей штука. Там 20 рублей, там сколько-то там копеек. А у нас станица стоит 29 рублей штука. Еще будет, да, сегодня. Ажиотаж пошел, дожди прошли. Нельзя. Мы с бабулей собираем уже малинку. Да, бабуля? Угу. Давай. А дедушка, вот они, с Афанасием. Это. Пойдем. Сейчас пойдут смотреть, где-то там у них капает. Угу. Папы пришли. А нам завтра и правда на провода до Вована в армию. 1 июля. Сказали быть в военкомате. Подождите, еще не дали. А завтра только Вован поедет за повесткой. Ну, вроде позвонили, сказали, что так. Насобирали мы с мамочкой. Таких 2 неполных ведерка и еще. Одно тут Афоня с дедушкой собирали. Афоня тут все пожемякал. Ел с ведра так малинку. Ну, ничего страшного, для соуса, для малинового пойдет. Что там, ничего нет, родня? Да, или там. А сколько у вас вот таких пеленок? 2 или 3, я не знаю. Кому улыбать это?
Что делает Зоя, Маргарит? Улыбается-то? Да. А, она улыбается тебе? Да, и Антоша, да. Она улыбается, да? Да. А я могу учить руку держать. Да? Ну, учи. Да. Руку держать. Вот пришло время, а Фуня пошел. Тетя Вера хотела его. Тихо. Тебе улыбается? Да. Маленькая. Вот так. Нет, она улыбается тоже кому-то. Да? Антоха вообще нянька-няняшная, да? Ох и Маргаритка. А мы будем делать рыбу, Маргарит, как башка Галя твоя делала. Можно так делать? Да, я же дозвонилась ей. Антоша. Ты или отворачиваешь? Сидя, кузнечик. Да, я сидя, кузнечик. Пистади. И он, ой. Зелененький он был? Зеленый он не был. А вот пришла и гуска позорника. Бибуюска и слева кузнечак. Все? Ну что, родня уже уехала, сижу не до сих пор на работе, Афоня заснул, я нарвала мисочку черной смородины, немножко крыжовника, потому что завтра мы вязать не будем, думали вязать, но не будем, потому что будем на проводы в армию, к Вовану, могу объяснить, Вова, это мой двоюродный брат. Вот ему 20 лет будет 16 июля. Чуть-чуть он до дня рождения дома не будет. Пойдет уже в армию. Первого у него уже, как это называется, повестка. Вот. И сейчас я быстренько, кстати, сделаю уже скумбрию. Сейчас все расскажу, покажу. Так, ну что с рыбой у нас тут? Рыбку я порезала на вот такие вот кусочки, достаточно крупненькие. Вот, ну выпотрошила, да, помыла, добавила сюда гвоздику целую, совсем немножко, потому что гвоздика, конечно, такая мощная. Перец горошком и кориандр. Ну, тоже горошком, да, не молотый. И теперь нужно вот взять 250 миллилитров воды, ну вот эта кружка 300 миллилитров, то есть я взяла не полную, да, это должна быть кипяченая, уже остуженная вода. Вот 250 миллилитров воды, одну столовую ложку соли и одну неполную чайную сахара. Все это перемешать, залить рыбку, накрыть тарелочкой и поставить в холодильник. Вот, в общем, я попробую, и вроде как сегодня, если вечером сделать, то завтра на ужин ее уже можно кушать. Это будет скумбрия пряного посола. В общем, я завтра попробую, ребят, расскажу вам честно, самое интересное, потому что все прям хвалили. А все это, значит, этот рецепт, я не помню, я уже говорила, да, Верина мама давала. В общем, спасибо ей большое. Я надеюсь, что она когда-нибудь посмотрит это видео. Я завтра попробую, вам обязательно скажу, насколько мне нравится. Вообще, ту, что рыбку она давала, она мне очень понравилась. Но, знаете, не всегда можно повторить то, что тебе дают, говорят, да? Добавь, смешай, и у всех почему-то там больше разный получается. Поэтому сейчас посмотрим. Наверное, завтра. Вот так вот получилось. В общем, здесь у меня три рыбешки без головы, помытые. Получается, что одна рыбка на четыре части я ее порезала. Вот на такие достаточно крупные кусочки, сантиметра три, наверное. Вот, и, в общем, 250 миллилитров как раз этой водички. Сейчас накрою все крышечкой, ой, тарелочкой. И в холодильник. Где тут мои братаны? А где тут мои братаны? Ты поехал? Я уже умею выключать то, что наверху. Да? Ты поехал, мой мальчик? Ну что, давай скажем всем пока, Антош. Всем пока.
все будем вместе спать? Я вам уже сказал, всем пока, до завтра. Вы меня слышите? Скажи. Всем пока, до утра и ночи. Спокойной ночи. Да мальчик тут едет у меня. Афонечка, маши пока-пока, Афось. Афося, пока-пока. 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 Вовка, ничего страшного, мы сейчас все помажем. Сейчас все помажем. Пока-пока. Афось, давай. Пока-пока. Давай, пока-пока. Пока-пока. Всем до завтра. Всех любим. Всем пока-пока. Мама,